смачний. Вітаю вас в ефірі зіркове кулінарне шоу «Смачного». Сьогодні до нас у гості завітали драйвові хлопці із гурту «Епелец». Фронтмен гурту Павло Вриниця та гітарист Андрій Головарда. Що ж, давайте знайомитись. Павло, Андрію, привіт. Дякую вам за те, що ви завітали до нашої студії. А сьогодні у нас такий яскравий стіл, різні продукти, є багато зелені, є навіть рибка в нас. Що будемо готувати? Будемо готувати, жарити бички, кабачки, варить капусту, шутка, просто делать салат из капусты и крабовых палочек, и сделаем пюрешку к этому всему. І давайте по інгредієнтах трішки пройдемося, щоб записували наші глядачі, що знадобиться. Начинай. Значит, бичок черноморский, азовский, какой есть, в сыром виде, кабачки, мука, соль, перец, майонез. Обязательно, да. Чеснок. Для салата нам надо пекинская капуста. Можно ее брать любых размеров. Все зависит от количества гостей и размера вашего желудка. Крабовые палочки обычные. Яйца отварить нужно. Французская горчица. Вот. Для пюре нам нужно будет молоко. Ну, картопля, звичайно. Картошка, дійсно. І яйця, яйцо одно, не варене, просто сире яйцо. І чеснок. Ну що ж, продукти є, ми готові, будемо розпочинати. Начнемо з картошки. Так как она дольше всего варится. Давайте я допоможу, дайте мне дать. Да, конечно. Давайте я тогда уже помогу, раз такое дело. Раз такое дело. Пішла вода в хаты, так. Мне на самом деле Андрей часто говорит, что для пюре нужно картошку варить, запекать. Ну вообще в идеале, да, можно запекать, а лучше всего, конечно, ее варить в кожуре. Потом чистить, только потом уже ее разминать. Картопельку в мундирах. В мундирах, да. Да, но я на самом деле, ну, я думаю, что это связано с тем, что в Одессе очень невкусная вода. Я не знаю, в Запорожье вкусная вода? Да нет, дело не в этом. Дело в том, что как можно меньше там было воды, как больше осталось, собственно говоря, крахмала и самой картошки. Да? Да, потому что, чтобы она не, пюре не было водянистое. Да. Хлопці, вашому гурту вже більше, ніж 5 років, правильно? Да. Давайте трішки познайомимо або освіжимо у пам'яті тих, хто не пам'ятає вас із одного відомого телешоу українського. А зараз вас двоє на нашій кухні, гітарист та фронтмен. Хто ще? Назвіть ваших хлопців. Є ще Ігор, є ще Стас. Ми сейчас пишем новый альбом. Сейчас подготовка к новому этапу записи, и у нас появилось окно, и вот мы поехали в тур. Парни сейчас остались там работать над этим всем. Ну, в общем, мы поехали развлекаться, пока пацаны оставили пацанов работать над песнями. Вважаете себе успешными людьми и передаете мне картопельку? Ох, я думаю, что... Мы к этому стремимся. Да, мы к этому стремимся. Но пока еще так, фух, ну, не заспокоилась, не, ну, так надо сказала себе. Все, я классный. Ну, успех, не знаю, я вообще всю свою деятельность меряю достижением каких-то целей, а не, ну, не знаю, если они в какие-то рамки успеха, неуспеха. Ну, если задача выполнена, круто, если не выполнена, надо искать какие-то... варианты. Знаю, так, ошибки, почему она не выполнена, почему... Да, или варианты, как ее все-таки достигнуть цели и закрыть этот вопрос надолго. Якось собі чітко уявляєте вашу аудиторію? Для кого пишете музику, для кого пишете пісні? Хто вони, ваші фанати? Честно говоря, ну, любому современному музыканту волей-неволей приходится представлять какого-то слушателя, но я думаю, что у нас это очень плохо получается, и, ну, не сильно мы себя заставляем это делать. Ну, мы
пытаемся иногда, но если не получается, ну не получается, так не получается. Ну, мы больше все-таки за музыку, нежели за, как, за, какую-то, за какой-то технический стратегию, подход к этому, да, да, стратегический. Mm-hmm. Стратегічно ми вже нарізали з вами картопельку. Да. Будемо відправляти до киплячої води, у нас вона вже підготовлена. Отлично. Так? Mm-hmm. Отлично. Поки ми тут язиками чесали. Так, уже сразу можна відкривати і висипати. Вода робила свою справу. Так, давайте перекидати. І їхати далі, тому що попереду давай, багато яскравих та цікавих страв. Да, прямо сюди, давай. А пока варится картошка, мы приступим, да, к нарезке кабачков. Так. И мне? Оп, каждому по кабачку. Яким чином його? Так, кружальцями? Да, да, просто кружочками, но смотрите, чтобы оно было не сильно тоненьке. Потом... Андрій, ми будемо звати вас сьогодні шеф. Да, щоб він потім не роздрізкався, щоб він имел какую-то форму. Не спеши, Паша, не спеши. Ну вот где-то вот так вот. То есть миллиметров получается, так если прикинуть, миллиметров 6-7. 6, по-моему, с половиной. Что ты думаешь, да, по этому поводу? Помнишь, можно я тебе рассказывал про моториста, который на судне у нас приходил с замерами и говорил, ну там, по-моему, 13 сантиметров и 7 миллиметров. Ага. Чувак без линейки все это померил, дед сидит и смотрит, как ты вот эти 7 миллиметров. Вот это толстый. Вот это толстый? Вот это толстый, да. Что мы делаем с этим? Ну, уже ничего ты с этим не делаешь. А если пополам? Нет. Нет. Будет тонкий. Да, будет два тонких. Обратите внимание, да, пожалуйста, если это возможно, приблизить. Значит, будем сравнивать мои пальцы. Не надо еще сравнивать. Нож, ну как-то надо какое-то мерило. Пачка сигарет есть. Ну, в общем, вот это толстое. А вот это, а это нормально. Нормальний. Тоже да. Підходить. Хлопці, я не знаю, як вас зупинити, навіть не хочу, проте хочу запитати все одно. Ви ж зараз все співаєте українською, так? Ну так вийшло, що от следующий альбом буде весь україномовний. А з чим це пов'язано? Просто вам так хочеться ні чи з чим, правда, тим ні відсотком? Вообще, это, ну так оно же йде все изнутри і поэтому так получается. У нас был второй альбом, был на трех языках. Ага. Первый альбом был на трех языках. И так получилось, что третий был альбом на трех языках. Ну, це вже буде у вас четвертий. Це буде четвертий альбом, він буде повністю на українському. Ви всі поміж собою товаришуєте, дружите? Справжні друзі чи таке? Ну, братя по оружию. Да. Да? Да, конечно. Ну, просто иначе я думаю, что было бы сложно. И так это... как работать в каком-то коллективе, это как участвовать в каких-то соревнованиях, это как, ну, то есть это очень важно, взаимопонимание, взаимоподдержка. Ваша участь у талант-шоу, вона вас об'єднала чи навпаки було якимось таким складним періодом? Об'єднила очень. Угу. Ну, потому что у нас были одни и те же переживания, одни и те же трудности, и все это длилось на протяжении 3 месяцев, и поэтому, mm-hmm. естественно, все это очень, как это, сплотило. Да. Я не хочу чекати, я не хочу шукати, я не хочу так бути, усе даремно забути. Вже знайшов шлях заграти, поки шукав я тих клятих. Все одно я не можу, аби цього засинати. То втомився тобі, кожен день все казати. Ти вже ходиш сліпу, тобі наплювати. Мовчи, чую я, чуєш ти. Я ще можу це чути, крізь свої кляті вуха. Я ще можу пірнати, але не можу впливати. Вже нема в мене права кимось тут керувати. І немає сил собі в очі брехати. Як не як я дитин з два своїх себе поважати. Та набридла тебе кожен день спонукати. Мовчи! Чую я, чуєш ти. Мені ще сили не лишитися на глибині. Я ще
вистави, не спитують вам слави, та набридло про все це сьогодні казати, і немає сил собі в очі брехати, як не як я святин спасли себе поважати, та набридло про все це сьогодні казати, мовчи, чую я, чуєш ти. Значить, пожарим кабачки. Я думаю, що можна їх зразу так от все прямо взяти і посолити. Угу. Ой, все це перемішати. Так. А ми з Марго поки поріжемо крабові палички. Ну, їх ріжемо вдоль. Ага. Пополам. І, вірніше, вдоль, а потім пополам. Не пополам, а потім, короче, мелкими колечками, вот такими. Я запутався. Так вдоль, но только пополам. Ну, как пополам, но потом вдоль все-таки. Полукольцами російською мовою. А, ви сказали, що ви товаришуєте, дружите. А як відпочиваєте один від одного? Тому що, ну, знаєте, іноді потрібно, напевно. Ну, естественно, таким темпераментним людям, які друг з другом часто не соглашаються, такі люди друг от друга отдыхают. Ну, допустим, в туре вот мы друг от друга отдыхаем таким образом, что Андрей очень любит поспать. Ага. Я стараюсь его не будить. Или наоборот. Чтобы пожить подольше, Паша старается меня не будить. Ну, короче, мы стараемся друг друга не будить. Или кушать в разных местах. А що любите? Де відпочиваєте, ну, взагалі? Разом або не разом, неважливо. Ну, що це там? Я не знаю, кіно, книжки, ванна, танці. Що це може бути? Природа. Кіно, книжки, ванна. Танці, природа. Танці, жінки, природа. Жінки, ну, у ванні, да, може так? Шампанське. Да по-разному. Я люблю музыку слушать новую, особенно когда мы там заняты в процессе написания нового альбома. Я заслуживаю, я закидываю себе в iPod очень много новой музыки, переслушиваю. О, новой якої? Чиєї? Вашої або просто надихаєшся? Ні, я надихаюсь, я ищу. А кого ты слушаешь? Ищу, ну, вот именно как в процессе записи альбома в таком огромном количестве прослушивается музыка, что я могу даже не знати ім'я, не запоминать имена. То есть я могу там один вечер посвятить тому, что я подряд просто смотрю по рекомендациям Ютуба музыку по направлению. Потом я уже, когда нахожу интересного исполнителя, уже начинаю полностью изучать его там последний какой-то материал, последний альбом. И мне интересно технически, как он подходит к написанию песен, мне интересно технически, как он подходит, какие там, читаю литературу про него, какую-то там в Википедии ищу про него. Ну, мне интересно, как он пишет музыку, какие инструменты он использует. Ну вот, вот, короче, вот так вот я занудничаю. Это по поводу музыки. Давайте мы приступим к яйцам.
Марго, держи яйцо. Ой, а давай отак позмагаємося? Давай. 3-4. Опа. А давай попками ще. Давай. Опа. Я. Ну, нет, нічия, ну, нічия, да, дійсно. Попки. Что там, Андрей, не убежали твои кабачки? Не, пока здесь. Андрей, кого ти слухаєш? Тому що ми з Пашою тут стоїмо, говоримо. А ти та просто... все подряд, якщо чесно. А щоб так відпочити, розслабитись, є улюблені якісь виконавці? А щоб зараз ти сказав і наші глядачі почали гуглити щось? Я би зараз Ігоря Салтикова послухав. Современну музику я мало слухаю, це у нас Паша за це відповідає. Ага. Оно все равно все по кругу повторяется. С какого-то периода. Ну, у нас постоянные споры на эту тему. Да. Он говорит, что повторяется, я говорю, что музыка повторяется, да, но какие-то технические решения не повторяются. Ну, мода, как и все, напевно, естественно, так? Но какие, ну, да. Сейчас очень много инструментов новых. Ну, мне очень интересно всегда это. Яйца мы режем просто мелко. Зараз наріжемо яйця і будемо переходити до пекінської капусти, бочків, а тим часом сервіруємо наші кабачки. Сегодня на улице ожидается жаркая погода из-за самого ожидаемого концерта этого лета. А давайте-ка начнем этот концерт прямо сейчас в нашем эфире с песней «Мелодия». Як бачиш ти, змінюється все завжди. Знаю я, знаєш ти, все не вічно, навіть ми. Але коли так дивишся, палаю я всередині. Світ замирає, серце тискає, я відчуваю, як ти дихаєш. Мить наступає, разом зникає. Ти змінюєш моє життя. Ти як морське повітря, ти мелодія. Yeah.
давайте приступим к нарізанню пекінської капусти і, наконец-то, пожарим бички. Нарешті. Да. Ну для кого нарешті, а для кого мука? Так, що робимо ми з капусти? Я не знаю, це твій рецепт. Отламуємо. Так, масло греємо. Такі штуки, отак от кожен ліст. Ага. Ну, на самом деле, сколько ты осилишь. Давай попробуем морковь тебе так дать. Давай. И ты, ну, если у тебя не, наверное, тебе будет неудобно. Вначале у тебя маленькая может, дощечка такая. Вот так? Да, смотри. Да? Да, давай вначале пополам. Вот. А теперь вот так. Угу. И пошла и вот так нарезать. Угу. И пошла. Ну что, режу? Давай. Тоненько? Я в тебя верю. Давай поговоримо про взагалі український музичний продукт. Це моє улюблене питання. Як вам те, що зараз у нас на нашому музичному ринку українському? Ну, музики стало дуже багато. Правда, благоприятно, скажімо так, на це все впливає відсутствие російських артистів. Какое-то время отсутствие западных привозов, ну, я имею в виду западных исполнителей, которые приезжают сюда с какими-то своими концертами. И за счет этого на поверхность вылезли все... Вылезли. Весь андеграунд, инди, рок-андеграунд. Появилось много альтернативных независимых музыкантов. Держи так. Вот. Ну, музыкантов стоит, ну, конкуренция очень большая. Другое дело, что слушателей у нас не так много. В Киеве, понятное дело, аудитория у любого исполнителя намного больше, чем, допустим, в регионах. Відрізняється публіка? Чим відрізняється? Ну, приїжджаєте ви на концерти. Ви були, до речі, і в Європі, не тільки в Україні. Да, у них у всех преимущество дві руки, дві ноги. Це добре. Ні, люди везде одинакові. Слушатели нигде не отличаются. Это те же люди. И музыка, везде музыка, она одинаково действует, слава богу, на сердца людей. Поэтому, на их эмоции. Поэтому в этом смысле люди везде одинаковые. Капусту нарезали, теперь можно все это дело смешать. Вначале берем, высыпаем крабовые палочки, потом два наших нарезанных яйца вареных. Потом можно добавить на самом деле майонез, но это я не очень люблю. Но... А может просто сгорчиться? Да, ну можно, давай можно так. Просто будет. Ну, просто можно, можно сделать два варианта. Можно это на будущее. Можно его сделать с плюс к этому всему. То есть мы добавляем сейчас горчицу. Ну, можно, думаю, две ложки достаточно будет. Можно добавить сюда сметану и соль. Или можно сюда добавить оливковое масло и соль. А можно добавить майонез. Ну, майонез это самое, это крайность. Ну, то есть, если очень сильно хочется майонеза. Майонез это не очень полезная штука, поэтому. Это у нас оливковое масло, так. Правильно? Чуть-чуть. И теперь добавляем по, за по вкусу, да, соли. И перца. Андрей, что там, как наши бички поживают? Привет передавали тебе. Отлично. А мне? Улыбаются? Передают привет мне и Марго. Да. Пишите письма. Є у вас, у гурту і просто, ну, як у людей, ті, кому ви б хотіли наслідувати у музичному сенсі? Українські, я маю на увазі, виконавці. Українські? Ну, мені завжди дуже подобалось, що робить Олег Скрипка. Мені теж він подобається. Собственно, наверное, с него и началась любовь к украинскому року у меня. Там в каком-то 98-м или 97-м, когда музыка вышел, альбом. Может, еще додамо оливки? Да, давай. Да? А, вот, давай. Давай, ты мешай, я буду... Да, конечно, мне нравится, что делает Вакарчук и что делают Экенельзе. Мне нравится... Ну, то есть, украинской музыки и... Если уже перечислять легенд, их тоже у нас достаточно. И... С кем особо знакомы?
З ким би хотілося, можливо, познайомитись дуже-дуже. Ну, із українських? Можна не тільки з українською. Та, ну, просто. Ну, у нас, на самом деле, українська тусовка, вона така дуже узка і плотна, якщо можна так назвати, що всі друг друга знають. Ну, то есть мы, я и с Олегом знаком, и со Славиком, и, собственно, они же нас и пригласили 24-го на стадион Черномоец вместе выступать в прошлом году, вот. Ну, то есть, в принципе, ну, вроде со всеми знакомы. Насчет дуэтов не думали, мы сейчас... заняты, скажем так, своей музыкой, поэтому о коллаборациях пока не думаем, потому что очень много своих идей, хочется их в першу чергу реализовать. Реалізували ми салат. Наша риба також готова. Почти. Далі майже і далі їдемо, готуємо картопельку. Приступим к пюре. Я, если честно, обожаю готовить пюре. Воды там же немає. Воду мы уже слили. Единственное, что я никогда не меряю, сколько доливать молока. Ну, постепенно. Угу. Мы его сейчас перемешаем. Если оно будет казаться не сильно сухим, то молока хватит. Если будет... Ну, то есть все... По вкусу, кто любит, насколько жидкое пюре. Вот я уверен, что надо еще столько же. Ваш больше не надо. Стиль одягу, самопрезентація, обкладинки, вигляд сайту, групи у соціальних мережах. Це що? Це ви самі вигадуєте? Або є у вас спеціально навчена людина, яка каже, так, сьогодні ти вдягаєш там оцей браслетик. Завтра ні. Ні, ну, каждый в повседневной жизни мы следим за одеждой сами. Ну, каждый придерживается какого-то своего стиля. Угу. Если это фотосет, то фотограф работает над стилистикой. Ей берется стиль. Ну, привлекаем нашего стилиста. У нас всегда один и тот же стилист. Угу. Это Марина Карбовская. Дизайном занимаюсь либо я с дизайнером работаю каким-то. Это дизайн обложек, дизайн афиш и так далее. То есть, ну, в принципе, все делаем сами. Чого ніколи б ви на себе взагалі не приміряли? Ну, я маю на увазі і одяг, і якийсь так. Образ. От не можете себе уявити у чому? В образі дзідзю, наверное. Добавим немножко горчицы, но исключительно для аромата. То есть не перебрать с ним надо, с горчицей. Угу. Вот, и мы забыли яйцо. Ось, все є. Мы забыли яйцо. Мы про него вспомнили, и мы его добавили. Мы все делаем сами. И еще можно добавить чеснока. Також? Ну, да, я просто такой человек, что я чеснок, в принципе, везде добавляю. Ага. Ну, я, якщо чесно, перший раз бачу рецепт картоплю-пюре із чесноком. Это папа мой делает. Не дитяча страва. Ну, скажем, концерт после этого давать не стоит. Ні, ну чому концерт, я думаю, можна. Мікрофон він не відчуває запаху. Он нет, люди перед сценой, да. Ну, я зрозуміла, ти дуже любиш чесник, якщо люди у першому. Перед концертом ніколи. Є у вас умовний райдер якийсь? Конечно. Не технічний, я маю на увазі. Да. Да? І що там є? Бытовой називається. Какой? Бытовой. Бытовой, да. Ага. Там туда ходит, ну, какой-то перекус в гримерку, рыба, какие-нибудь орешки у Андрея, фисташки, по-моему. Ага, фисташки и сок. У меня рыба красная, у Андрея еще сыр, а нет, у Игоря сыр. Ну, у кого-то там сыр. У меня еще цветы.
И флорист. Да? Да, цветы. Вместе с цветами флорист. Но их почему-то мне никогда еще пока что не вписывали эти цветы. Андрей у нас любит цветы. Да. Це жарт, а може, не нет, это не шутка. Это не шутка. Ну, цветы такие. Если у вас кто-нибудь, кто-то занимается графикой, то должны были появиться венок такой на голове. Картопелька пюре в нас готова, салат вже також, і рибка також в нас вже готова. Переходимо до найяскравішої та найцікавішої частини нашої програми. Сервіруємо стіл. На сьогоднішній наш стіл ми ставимо хліб гірчичний, торгова марка «Хлібодар», нашого постійного друга та партнера. Торгова марка «Хлібодар», живіть смачно! Андрію, дуже приємно за те, що ви завітали сьогодні до нас у гості. Приготували просто силу селену, я впевнена, що дуже смачних речей. Андрію, тобі особисто дякую за цю рибу. Я скуштую, ніколи не їм бички, але ці скуштую, мені подобаються вони на вигляд. Бажаю вам успіхів, по-перше, і не втрачати живизну таку. Ну, от я думаю, глядачі побачили, що ви ну просто класні із середини. І, спасибо. Можливо, якісь у вас будуть побажання для запоріжців? Старайтесь есть больше овощей, больше салатов каких-то, ешьте обязательно чеснок, и будет у вас крепкое здоровье. Андрей, який в тебе рецепт міцного здоров'я і побажання для глядачів? Висипайтесь, побольше, да, побольше спите, кушайте зелень, кушайте свежі продукти, і буде вам здоров'я. Ну що ж, тоді традиційно для нашої програми ми не кажемо до побачення, ми бажаємо смачного. Смачного! Готування комплексного одеського обіду відваріть картоплю та зробіть з неї пюре на молоці. Додайте одне сире яйце, трохи чеснику та гірчиці. Бички обваляйте у борошні та обсмажте на рослинній олії. Для салату відваріть яйця, наріжте всі інгредієнти та заправте соусом з майонезу та французької гірчиці. Подавайте зі смаженими кабачками. Смачний хлібодар дорослим малим. Тістечка здоба усім до вподоби. Хліб до сніданку кожного ранку. Згадай про дитинство, це здійснення мрій. Куштуй задоволенням хліб запашний. І знову ти в захваті будеш від нього. Хлібодар смачно. Батон гірчичний смакує по-справжньому та має неповторну золотисту скоринку, якщо випечений за класичною рецептурою з додаванням натурального гірчичного масла. Так, як це робить торговельна марка «Хлібодар». «Хлібодар» – живіть смачно! І знову ти в захваті будеш від нього. «Хлібодар» – смачно! Перевірте, пожалуйста, господин режиссер. Я поняла. Люда. Люда. Госпожа. Госпожа Люда. Странно звучит. Госпожа Людмила. Моя госпожа. Паша, это ж не первый раз такое. Да, это не первый раз, когда к ней так обращаются. Стоит задуматься. Ну, хотя я уверен, вы уже наверняка задумались об этом. У вас там включена запись, я надеюсь. Скажите два слова. Я могу сказать что угодно. Вы приказываете, госпожа. О чем мне рассказать? А что, это червяк? Это червяк!
Боже, где ты нашла? Борчица. Да господи, он с этой вот зелени упал. В горчице такое не водится. Почему? Это в зеленый горчичный червяк. А, ну разве что он. Обыкновенный. Да, разве что он. Это первое кулинарное шоу, в котором участвует группа Эполец. И мы зажарились очень круто, и мы горячо все. Горячо только Андрею там, наверное. И то. Ну, в общем, все, кто хочет хоть немного что-то поесть, зовите группу Эполец. Андрей и Паша всегда к вашим услугам. Люба, выпрыгнул. Этот выпуск фирмовый. И вышла в окно, да. Сейчас можно говорить, да? Вызовите врача. Человеку плохо стало. Позвоните врачу, пожалуйста. У тебя просроченная горчица была, да? Можно я посмотрю? Хорошо. И такой, знаешь, высыпал сюда. Есть еще. Все. Так, мне надо уже рыбу вынимать. Торговельна марка «Хлібодар». Скуштуй задоволенням хліб запашний.